Добро пожаловать за кулисы. Человек, попавший сюда, будет на постоянной основе нуждаться в миндальной воде. Это вещество, которое содержится на многих уровнях за кулисы. Жидкость эта представляет из себя воду со вкусом сладкого миндаля. Ее можно найти в бутылках разных типов, от железных до стеклянных. Миндальная вода имеет целебные свойства, но главным ее свойством является то, что она может исцелять рассудок, который будет постоянно понижаться во время пребывания в закулисье. Миндальную воду можно найти на многих уровнях закулисья, в том числе и самые первые уровни, такие как уровень 1 и уровень 2. К сожалению, на уровне 0 миндальную воду встретить можно только в манильной комнате, которая в свою очередь встречается очень редко. Также миндальная вода может ускорить заживление ран на теле странника. Она является очень ценным предметом в торговле за кулисье, так как является одной из главных вещей в этом пространстве. Миндальная вода является очень калорийной жидкостью. Выпив 1 или 2 литра, странник может обеспечить себе дневную норму пищи. На уровнях его можно встретить в разных бутылках. Они распределяются по цветам. К примеру, миндальная вода в красной бутылке будет очень горькой, а в зеленой, наоборот, очень сладкой. Но больше всего походит на обычную воду жидкость в синей бутылке. Впервые миндальная вода была открыта 13 января 2012 года на уровне 2 команды исследователей БИК. А на этом у меня все. До скорого.